на факультете футбола Международной миссионерской школы Precept Ministries Евразия мы готовим миссионеров, которые будут проповедовать Евангелие и делать учеников Иисуса Христа через футбол. Студенты, выбравшие этот факультет, тренируются по программе УЕФА с целью открытия детских футбольных секций с изучением Слова Божьего. Мы оттачиваем разные техники удара. Мы тренируемся здесь два раза в день. Мы тщательно отрабатываем каждый элемент. Хоть я не новичок в футболе, но здесь я точно понял, что футбол – это наука. Раньше я никогда не занималась футболом, и мне порой очень нелегко. Но я знаю, что всегда есть тот, кто готов протянуть мне руку помощи. Помимо физической подготовки, здесь мы качаем духовные мышцы. Молитва – это привилегия жизни каждого миссионера. Она нас объединяет, дает нам силы и вдохновение. Каждый день мы изучаем и учимся проповедовать Слово Божие, используя индуктивный метод. Глубокое понимание Слова Божия позволяет нам исполнить великое поручение Христа. Здесь мы обретаем настоящих друзей и учимся проявлять заботу. Нам повезло с нашими наставниками. Радус совершенствует нашу технику, Стас дает физподготовку, и он дриблинг. Мы любим футбол, но самое главное, что в рамках Международной миссионерской школы мы получили уникальную возможность научиться использовать спорт как инструмент для проповеди Евангелия, за что мы очень благодарны. Это не просто футбол, это измененный характер, обновленные отношения с Богом. Мы передаем уроки жизни.